Готовим харчо, лук. Сын мне помогал, резал, чистил. Лучок. Морковочку добавим сейчас сюда для зажарочки. Здесь у нас лавровый лист. Подсушили, мы его привозили с Сочи, с Черного моря. Это вот это хмели сунели, главная приправа для харчо. Это перчик остренький. Это черный перец у нас душистый, чесночок, красная приправа. Кавказская, тут главное, это кориандр молотый. Ну и красный перец. Рис, томат. Здесь у нас готовые ребрышки говяжьи. Они очень такие. Сейчас я покажу, какие. Так. О, какие вот они. Они уже сварились. Такие все такие, как надо у нас. И мы будем сейчас вот здесь вот лучок у нас. Мы добавим морковочку. Чуть-чуть обжарили, чтобы морковка покрасила лук. Но не пережариваем. И добавляем томат. Томат любит, харчо любит томат. Томат. Ну, аккуратно с ним, но и экономить тоже не надо. Обжариваем томат. Томат обжаривает, чтобы убрать лишнюю кислоту, там запах лишний. Обжариваем. У нас здесь вот, как я уже говорил, бульон готовый. Единственное, в бульон мы добавили консервированных помидор. Просто... Вот сейчас вот так вот мы хоп, добавили. Этот выключаем. Включаем под бульоном. Вот. И вот то, что наше все здесь заготовки есть. Напомню, здесь у нас чесночок. Хмели сунели, это главная приправа. Черный перец. Это острый красный с кориандром. И вкусная лаврушка. Так, хоп. Помощники мои ушли. Все, теперь сейчас будет это все у нас готовиться. Ну и самый главный ингредиент. Самое главное, конечно, это мясо. Хорошие ребрышки говяжьи. Рис. Ну все, ждем. И вот он будет вот такой вот. У нас сейчас рис разварится, а здесь у нас мяско вот какое, вот оно какое, это харчо. Ну вот, боремся с самоизоляцией, ребята. Дети, правда, просят меня приготовить им спагетти. Если найдем какие-нибудь морепродукты завалявшиеся, там чуть-чуть креветок может быть есть, но нет, просто можно зажарить лучок, плавленый сыр. Я морковочку добавляю, чуть бальзамического крема, можно молочка чуть-чуть, но плавленый сыр основной. Это будет начинка для спагетти. Будет вкус такой, плавленый сыр дает вкус классный. Так у нас кипит на очень медленном огне. Вот. Посмотрите, и суп уже готов у нас. Вот здесь вот уже, посмотрите, он какой. Вот он, рис у нас готовый. Сейчас мы будем пробовать. Так, внимание. Остренький. Соли чуть-чуть добавим сейчас еще. Остренький получился. Ароматный, как положено. Приятного аппетита!